Добрый день, друзья! Меня зовут Таисия, и сегодня будет обзор на блендер от компании Kitford, модель KT1373. Данный блендер имеет электронное сенсорное управление и подходит для смешивания фруктовых и фитнес-напитков, молочных коктейлей, супов-пюре, соусов и детского питания. Kitford KT1373 имеет 8 скоростей, 3 режима работы и возможность установки желаемого времени. У этого блендера есть программы, предназначенные для приготовления смузи и коктейлей, мороженого, а также импульсный режим. Мощность блендера 1600 Вт. Программа смузи подходит для измельчения твердых ингредиентов, таких как овощи, фрукты, зелень, семена и смешивания их в однородную консистенцию. Программа Ice подходит для приготовления мороженого, напитков из замороженных фруктов, а также для колки льда. Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом. Эта кнопка включает блендер на максимальную скорость. Данная модель оснащена вместительной пластиковой чашей с мерной шкалой емкостью 1,8 литра. В крышке чаши есть отверстие для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Крышка закрывается защелкой. Без этого блендер невозможно будет включить. Усиленные прорезиненные ножки обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе и снижают вибрации и уровень шума при работе. 6 ножей блендера выполнены из нержавеющей стали и обеспечивают долгий срок службы. Ну что ж, на этом у меня все. Надеюсь, обзор был для вас полезным и интересным. Спасибо за просмотр и до новых видео. Пока-пока!